Несчастен тот, кто не умеет приносить несчастье. Привет, меня зовут Даша. Сегодня я рассказываю о книге Соколова, которую я уже как-то мельком показывала, когда принимала посылочку. Так она выглядит. Называется «Старообрядческие фамилии Восточного Подмосковья. История поиска и находок». Хочу сразу пояснить, что обозревают товарищ Соколов не все старообрядческие фамилии Подмосковья Восточного, а именно по своей родословной. Здесь около 500 страниц, специально прилюбопытствовала, обычно я не обращаю внимания на подобные мелочи. И хочу подметить, что именно истории поиска и находок посвящены первой странице где-то 150 примерно. Несмотря на то, что тема такая достаточно строгая и серьезная, Соколов пишет таким очень живым языком, не чопорным совершенно, не сухим, все очень живенько и даже немножко с юмором. Непредумысленно. У него как-то это само собой ненавязчиво выходит и очень нехорошо выходит, надо подметить. И мне было очень интересно читать. Мне кажется, даже людям, которые не интересуются историей своего рода, им тоже будет любопытно прочитать эти строки, потому что действительно написано все очень так живо, с наглядными примерами и все такое. И я вот даже... Это так здорово, кстати, мотивирует. Я пока читала, мне пришло в голову некоторые мысли, которые помогли бы обнаружить, нет, не так, разрушить тупики, которые у меня стоят в поиске родословной по определенным линиям. То есть все очень мотивирует, прям я наслаждалась этим чтением. То, что идет дальше, этих 150 страниц, это выписки из метрических книг или из ревизских сказок, поколенная роспись по семьям и фамилиям, которые интересуют, собственно, самого автора Соколова. Начинается книга не с истории поисков, а коротко вводится читатель в курс того, что когда была образована Московская губерния, и вот очень коротко и живенько, опять же, повторюсь, вот об этом рассказывается. Обозревает он, на какие документы в основном опирался, называет населенные пункты, определенные фамилии. Фамилий здесь очень-очень много. Вот, знаете, я думала, у меня очень много персон в древе. 600 с лишним. Слабачка. Соколовых 12 тысяч, представляете? Человек богат, просто богат своим родом, знаниями о своем роде. Чтиво, повторюсь еще раз, очень занимательно. Кстати, я могу гордиться, потому что книга «Раритет», она выпущена очень малым числом экземпляров. Я сейчас сообщу цифру. Тираж всего 200 экземпляров. Я обладатель раритета. Чтобы заказать книгу, если кому это будет интересно, заказ делается через личную переписку с автором. Его e-mail я оставлю в информации под видео. Там нужна полная предоплата, которая осуществляется через Сбербанк. Посылочка приходит очень быстро, буквально недели полторы. Ну, это до меня шло, может, кто поближе живет к месту жительства автора, по-моему, из Казани. Но могу ошибаться. К тому придет, конечно, побыстрее. И сразу хочу сказать, что человек, видимо, очень такой хороший. Это видно и по его книге. И когда я у него заказывала книжку, он мне сразу спросил, что мои предки случаем не из тех мест. Я была вынуждена его огорчить, сказав, что, увы, вовсе даже наоборот, из Вятской губернии мы. Да. Так что кошка, собака, она немножко повредила книжку. Пойду четвертую. Так что, если вы из тех мест, вероятно, автор книги вам что-то сможет подсказать, чем-то помочь конкретными своими какими-то уже знаниями. На этом я заканчиваю. Желаю вам найти все, что вы хотите найти, чтобы ваши животные не портили ваши книги. До скорых встреч, пока-пока. Тяжело махать и верим, и выходит на временно.